Всем привет, с вами Виктор. Мы продолжаем прохождение Чужие и Хищники 2. Ну что ж, как вы помните в прошлой серии, мы с вами умерли на лифте. Ну что ж, давайте продолжим этот момент. Нет, мы не продолжим умирать, мы продолжим проходить. И постараемся пройти дальше. Так, достаем нашу суперский пулемет. Нет, не горелку. Ой, ты кто? Забыл, что надо прыгать на лестницу. Там лестница рядом была. Я не помню, какая лестница. Надеюсь, меня эта лестница куда-то приведет, я даже сохранюсь по этому поводу. Она что-то бесконечная. Она кончится когда-нибудь? Мы вылезли куда-то. Отлично. Нет, туда я спускаться больше не буду. Идите нафиг. Улица! Я на улице! Бродяга, я тебя еще достану. Блин, я думал, там еще какой-то выход. Не прыгай туда, дурак. Ладно, все, нам сюда, короче. Нафиг мордоворот. Конечно, тут лог, везде тут лог. Тут чё? Фиг ли ты там на меня смотришь? Во, хотя бы здесь не лог. Закрой дверь, а то этот гад зайдет. Тихо. Брось туда. Лох. Отлично. Как ты можешь сюда пройти, а там все равно лох. Ты должен выбраться, пока эта штука, посадочная площадка, чего? Должен быть прямо перед чего? Блин, да как ты... Я не успеваю читать. Не убивайте других морпехов. А если они в меня стрелять будут? А это мне уже не нравится. Thank you.
Ладно. Посмотрим, что тут. О! Боекомплект, отлично. Тут что? Отлично. ПДАшник. Ежедневный отчет. Как я уже я вижу, продолжается ухудшение в А5. Они еще очень далеки от стабильности. Один А5 столкнул человека со ступенек вчера. Это признаки стадии 1 ксеноморфа. Но у меня нет доказательств. Я могу оправдываться. Возросшей ионной активностью, создавшей помехи. Хотя на самом деле он просто захотел его толкнуть. Боже, прости. Я, конечно, понимаю. Что кое-кто хочет выключить мне свет. Но прошу пока воздержаться от этого. Записка для меня. Сегодня у нас дело Розенблат против Тайсона. Действительно, по лицензии закон применялся только колонизационным законом. По этим причинам прошу ограничить эксперименты типа Ч или 4. Механические, биохимические и клоны, пожалуй. Что-то там. Так, тут все. Уйди нафиг. Еще патроны. Здесь нету. Иначе мы бы не были в центре роя чужих. Я приказал кому-нибудь пойти туда и деактивировать пушки. Но этот дурак... Нам повезло, что мы обнаружили неполадки в пушках до жуков. Портер. Это у меня... Это в игре стучали или у меня? Так, давайте продолжим. Это мне показалось, это в игре... Не в игре стучали, и не у меня стучали. Значит, мне показалось так. Тут что? Офлайн. Онлайн. Блин, такое ощущение, как будто сейчас что-то произойдет. Здесь взламывать надо. Сейчас взломаем. Офигеть. Офигеть, я камеры могу смотреть. Так, ну мне, наверное, скорее всего, вот этот надо шланг закрыть. Как это сделать? Или не надо. Ну тут ничего уже нет. Все. Боже, Харрисон, выбирайся. В каком смысле? Ты мне сказала бы, что произошло, блин. Может, ты и сказала, я не успел прочитать. А... Чё? Локер.
Я думаю, она имела в виду про ту штуку, которая... Ух ты, бля! Как я тут пройду? Ага. О боже. Похоже, разберет тебе, надо идти к посадочной площадке 3. Ну я понял. Ты уже об этом говорила. ПДАшник. Сообщение подтверждаю доктор Зизенбергу. Подтверждаю доктор Зизенберг. Операция спасения начата. Бак и корабль десанта номер 1 перемещены. Чё? Ты кто? Что с моим другом сделал? Или это не мой друг? Что за фигня? А, ну, это, наверное... Я могу как-то? Фигня. Кстати, я здесь просто выключил электричество. Иди через посадочную площадку. Иди дверь перед тобой. Чел, я не виновен. Не убивай меня. Хищник, точнее. А это что за... Конечно, локет. Лок, точнее. Лок. Офигенно. Я бы не хотел сглазить, но почему он в меня не стреляет? Harrison, I'm picking up an energy surge just ahead. Энергию. Be careful. Осторожно. Засекла энергию впереди. Это плохо. Нафига я сюда входил? Если тут закрыто. Походу этого чувака никак не проймешь. Ладно, его мы трогать пока не будем. Да пока, да по, до особого момента. Специально ждал, пока я это. Перестану лут собирать.
еще одна дверь. Лок. Закрыт. Ладно. Чего у нее мигает? Передатчик? Я установил заряды. Ненавижу делать это. Райков's leaving us to die. You picked a hell of a time to be right about something. Они, походу, хотят подорвать улей. Ну и правильно. Где мой пулемет? Лежать! Говно. Уйдет. Наверное, мне сюда. Здорово, чел. Ты нормально? Пойдем дальше. Не хочешь, не надо, оставайся. Это что еще было? Это мне не нравится. Так много коридоров. И каждый закуток надо осмотреть. Потому что патроны тоже нужны. Патроны, вот эти светящиеся палки. Они как бы тоже нужны. Че, это бесполезное помещение, что ли? Это бесполезное помещение. А, нет, смотри. Что-то нашел. О. Закрыто. Еще я сломаю.
много пуль не надо. Ребята. Это посадочная полоса 3. Ладно, ребят, вы идите, я... Мне еще одно место надо посмотреть. Я не бздун, как вы. А ну подожди, ну там уже смотреть-то нечего. Ладно, возвращаемся. Возвращаемся к другим морпехам. Они нас не атакуют, и мы их не будем атаковать. Здорово, ребятюни. Закрывайте дверь. Я сам тут исключил. Если ты запустишь систему охраны, я смогу связаться с твоими... моими ребятами. Опять мне наверх! Опять куда-то наверх! Кто мой лифт сломал? Уроды! Закрыто. Харрисон, сигнал пропадает. Найди командный центр и включи его. Включить его. Кого? Сигнал включить? Вы чё? О, патроны для РПГ. О, нет, дай мне, пожалуйста, мою пушку с автонаведением. Да. Сейчас я свяжусь с верлоком. Каким верлоком? Ожидаю верлока. 15 минут. Что у нас посадочной площадки нет. Может, на самом деле это быстро. Где чё? Чистить док от чужих. Какой док? Куда мне идти? Ты, чувак, слишком большой. Сюда так сюда. Блин. Здорово. А ты чё тут стоишь-то? Лок. Ну, она закрыта. Closed. Тут взломать надо. Тут закрыто. Тут лестница. Друзья, товарищи. Давай сначала туда, где взломать надо. Арсенал. Круто. Мне нравится моя пушка. Ребята, тут снарядиться можно. Так, давай. Все наше оружие надо перезарядить. Моё седьмое оружие. Так, ладно. Это, походу, был арсенал. Ладно. Не зря нам дали же арсенал. Подожди, я здесь был!
был. Томико. I've done a little research. I'll feed you the coordinates of a viable entry site. It's your best bet for finding your team. Mother says the schematics show an emergency landing bay near the pods. Can you get there? I'm still uploading. Get your team, then get me. I'm coming back for you, Томико. You'd better. Я знаю. You should have a visual in a few minutes. You've got an escape plan. Есть план побега. Right? Yeah. Down the main lift, across the canyon floor, through a gate, and up an elevator to the auxiliary landing bay. I can get there in 10 minutes. 10 minutes? Easy. Easy. Once you stop down, I'm taking her up to a safe altitude. I'll be circling above and come back for you when you make the topside again. Tomoko's going to feed you information as long as the signal holds. Вот где. Я понял, что я в роботе, а зачем? Что-то мне это не нравится. Блин, по сравнению с моим костюмом, блин, вы такие мелкие стали. Поехали. Это старое здание, его подняли после бога. Древние руины 10 тысяч лет, они наполнены геотермальной энергией. Мы только начинаем понимать эту технологию. Мы уверен, что жуки не единственная форма жизни на этой планете. Кто-то еще живет здесь. Хищники. Они тоже тут живут, наверное. Что за пар? Нет.
это что, это туман? О. Огни не горит, в воде не тонет, блин, морпех. Куда? Наверное, сюда. Это портал работает на пару Гори, тварь. Уничтожить живших, запустить заново экспериментальную технологию. Ну как бы. Что мне делать? Огнемет пустой. На этом лифте мы прибыли. Пойму. Вот еще. Thank you.
Туда явно, наверное, прыгать не надо. Давайте сохранимся. Подожди, а где лифт? Там, короче, где там мы были. Сюда мы, здесь мы были. Блин. Ну-ка. Так, а где? Тоже чужих. Но мы их уничтожили, больше мне никто не попадался. Так. Я в заблуждении. А я что-то туда не упал. Это была бы верная смерть. Подожди, а может по вот этим гасить? Отлично. Пойдем разберемся с еще одной. Как бы вышкой. Отлично. Лифт у нас не работает. Да, я не горю желанием ходить. Все у нас демон закрытый лифт. Thank you.
should be just ahead now. You're close. Great. Так, Харрисон. Сигнал пропал. У меня проблемы. У меня тоже. Что за хрень? Вы слышите это? Это экзоскелет Фрости. Он тут, он твои. Фрости, берегись, к тебе приближается что-то большое. Рад видеть тебя, Фрости. Он продолжает приближаться. А мне насрать. Кто там приближается? Где мой арсенал? В смысле? Где моя автоматическая винтовка? Все отобрали. Что это за хрень? Чё? Что это? Я, пожалуй, сохранюсь. Иди сюда, сражайся. Да. 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 Нет, нет, отвали от меня. Что, хочешь со мной потягаться, ты? Живи, свинец. Не автонаведение. Живи, свинец. Нашел еще патрон, смарт. Вали, блин! Па? Да дайте я патроши соберу. Ладно, вперед, только вперед. Черт его возьми, быстрее!
Я иду к вам, ребята. Иду, иду. Попути патрон. Да как? Почему? Ну, да и самый бляха. Отстань. Отвали от меня. У меня дела поважнее. Сдохни! Оу! Больно! Так, бежим! О! Свидание, ребят. Ребят. Ну что так долго я улетаю? Я улетел уже, а ролик все еще идет. Свяжись с Томико быстро. Вы в порядке? Мы сделали это. Мы летим за тобой. И передайте информацию моему отцу. Сама отдашь. Мы уже летим. Отойдите быстрее. О чем ты говоришь? Я иду. Нет времени. Не сдавайся, Томико. Ты слышишь меня? Он не собирается охранять это место. Я не позволю. Что вы делаете? Стойте. Идите на посадочную. Как вас зовут? Эндрю. Эндрю. Держитесь, Эндрю. Томики нет. Томико! Томико, Томико! Томико! Я обнаружу пики активности. Все держится. Томико. Томико. О, нет. Томико умерла. Что с ней случилось? Один человек пропал, экспедиция сорвана, рекомендуется продолжить эвакуацию. Батальон здания главного комплекса потерян, наблюдение за кампусом не работоспособны, датчики указывают на массивное разрушение в их энергосистеме. Вероятно, обнаружены оставшиеся в живых. А, блин, ну, это доклад, короче, я как понял. Все? Мы прошли кампанию за морпеха. Отлично, это хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, давайте на этом завершим наше прохождение игры «Чужие и хищники 2». Что я могу сказать?
поводу игры. Не ожидал, конечно, что прямо сейчас она кончится. Я думал, что мы опять вернемся на эту планету. Опять будем воевать. Но оказывается, нет. Ну что ж, дорогие друзья, давайте закончим. С вами был Виктор. Всем до встречи. Всем пока.